анонс и точная дата выхода 70-й по 73-ю серию 3-го сезона сериала «Великолепная пятерка». Новые серии сериала продолжат выходить на 5-м канале с 22 февраля. Серии будут выходить по одной в день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как убит Никита, знакомый Наташи, дочери Голованова. Голованов вне себя. В крови убитого обнаружен наркотик. Подозревается преступный авторитет Муравьев, но у него есть алиби. Муравьев встречает главаря местной наркомафии и требует, чтобы тот назвал убийцу Никиты. Наташа, как дочь полицейского, решает начать собственное расследование. Ей грозит смертельная опасность. На даче зарублен лопатой преподаватель художественной академии Марк Кораблев. Перед смертью Марк употреблял с кем-то отвар из галлюциногенных грибов, чьи следы остались на роковой лопате. Под подозрением оказывается Филипп, любимый студент Марка, и его лучший друг, художник Боровицкий. Вскоре находят мертвой вдову Марка, Арину. Она выпала из окна своей квартиры. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на 5-м канале с 22 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.